В областном театре драмы сегодня прошла торжественная церемония награждения лучших СМИ региона. Губернатор Игорь Орлов лично приветствовал более 50 акул пера Архангельского севера. Так, за выдающийся вклад в создание новой телекомпании в регионе РЕН-ТВ Архангельск благодарность получила ветеран областного телевидения Елена Меньшикова. Команда профессионалов, которая пришла, естественно, помогала реализовать эту идею. И я думаю, что реализация этой идеи очень удачная. У канала большие, хорошие перспективы, потому что там создан высокопрофессиональный коллектив. Также благодарностями главы региона были отмечены мои коллеги, сотрудники нашего канала, главный редактор Этери Малишава, исполнительный продюсер Ксения Левша, ведущий новостей, корреспондент Владимир Рычагов и оператор Алексей Малаковский. Вспоминая трехлетнюю историю, когда я только стал губернатором, вот это вот некая обреченность того, что у нас все только плохо, что у нас все становится только хуже, демография рушится, предприятия разваливаются, все от нас уходит, и власть не любит, не знает. Оно, я не хочу сказать, что оно изменилось, оно все равно присутствует в обществе, и это, наверное, даже в чем-то даже естественно, но оно все равно меняется. Мы поздравляем коллег и надеемся, что подобные награды станут доброй традицией для нашей команды.